Часто такое бывает, что выбирая себе новые смарт-часы, ты не можешь определиться с цветом. Сегодня ко мне приехали интересные часики Mass X Aurora One, которые избавят тебя от мук выбора. В комплекте с часами идут три фронтальные декоративные накладки разных цветов. Получается, покупаешь одну пару часиков, а по факту, как будто бы три. Кроме этого, они имеют стильный внешний вид, шикарный AMOLED-дисплей с хорошим разрешением и функцией Always On Display, возможность осуществлять звонки и отличную автономность и огромный выбор циферблатов. Они умеют управлять плеером смартфона и громкостью наушников, а также способны замерять пульс и SPO2. И самое главное, это сертификация по военному стандарту MIL-STD плюс уровень защиты от воды IP69K. Добро пожаловать на канал China Production и, пожалуй, начнем. Вот таким вот образом, друзья, прилетают ко мне посылочки. Здесь находится новая модель смарт-часов. Очень долго ко мне летела, так как доставляла почта Латвии. Давайте будем скрывать и разбираться. Называется часики Aurora One и приехали мне они от компании Mass X. Кстати, бренд довольно-таки молодой. Насколько я понимаю, это одно из подразделений компании The Blaze. Кто не слышал о таком бренде, предлагаю зайти на официальный сайт и ознакомиться с их продукцией. Там огромный выбор всевозможных смарт-часов на любой вкус и ценовой категории. Ссылки на эти магазины, товар из обзора, а также узнать актуальную цену можно будет внизу под видео в описании. Ну и сразу я хочу отметить, друзья, очень интересная такая стильная упаковочка. Не маленькие такие размеры, увесистая. Отличная полиграфия. Тут все красиво, в картиночках. Здесь мы видим, что можно осуществлять звонки через Bluetooth. А также, друзья, в этих часах AMOLED дисплей. Что по цене? На момент обзора часики стоят где-то в районе 38 долларов. Ну и самая полезная информация находится на обратной стороне коробки. Здесь мы видим, что существует три варианта расцветки. Также на борту у часов есть 1,43 дюйма AMOLED дисплей. Это очень круто друзья, так как часики, ну так скажем, в бюджетной категории, но есть AMOLED-дисплей. Мне всегда нравились AMOLED, они практически у меня есть везде, на смарт-часах, на телефоне и так далее. Крутая технология, да еще и экономит заряд аккумулятора. Также посредством Bluetooth можно осуществлять звонки, есть мониторинг здоровья, защита от воды IP69K, автономность до 15 дней, а также есть спортивные режимы. И заинтересовала меня эта наклейка, на которой написано, что здесь у меня full color. Это очень круто, я заранее знаю, что это такое, поэтому давайте сейчас я вскрою упаковку и покажу вам. Сопротивляется китайский воздух. Так, сразу чувствую такой вот маленький запах, и запах наверняка этот исходит от ремешка. Вот так, друзья, здесь эти часики у нас располагаются. Давайте попробуем их вытащить. Просто кусок картона, в который встроены эти часики. Что по ощущениям? Не сильно, не сильно тяжелые и не сильно крупные. Я ожидал, что будет немножко покрупнее. Ремешок не жесткий, но мягким их также назвать нельзя. Вот так вот часики, друзья, выглядят. И у них, как видим, есть такая оранжевая окантовка. По углам которой присутствует крепежный элемент в виде таких винтов. Здесь мы видим защитную наклеечку, кнопочки. В общем, друзья, часики на первый взгляд довольно-таки неплохие. Надеюсь, корпус тут у нас металлический. Да, друзья, корпус металлический. А вот эта вот часть верхняя, пластик. И также нижняя часть, где датчики тоже пластик. Давайте посмотрим комплектацию. И сейчас я вам покажу, почему называется комплектация Full Color. И здесь первое, что мне попадается, это зарядный магнитный кабель. Толстая такая брошюра, цветная, кстати, с инструкцией. И мне сразу стало интересно, есть ли здесь русский язык. Есть русский язык, ну и сразу можно посмотреть характеристики часиков. Здесь указаны размеры, версия Bluetooth 5.2, размер экрана 1.43 дюйма, емкость аккумулятора 400 мАч, разрешение дисплея 466 на 466 пикселей и используется какой-то датчик HX3605. Здесь можем скачать по этому QR-коду приложение. Приложение называется Fit Cloud Pro. Не дешманская комплектация, толстая брошюрка, сразу видно уровень. Ну и самое интересное, вы слышите, да? Сейчас я вам покажу. Тадан! Что это такое? Раз, два, и все. Два, разогнался. А нет, есть еще и... Отверточка. Отверточка у нас такой вот мини Торкс. Что это такое, друзья? Что за кольца? А это есть не что иное, как дополнительные вот такие вот окантовочки вокруг основного корпуса смарт-часов. И мы с помощью вот этих вот колец, то есть в комплекте здесь есть зеленого цвета, а также серого. Причем здесь еще есть и винтики. Не знаю, правда, для чего. Ведь здесь на часах есть винты. И что интересно, я заметил, что в каждом комплекте именно только два винтика, хотя нужно четыре. <laughs> Как-то странно, либо не доложили. В общем, ну, китайские какие-то заморочки. Решение, я считаю, очень крутое, так как вы можете всегда сделать апгрейд, поменять вот эту вот окантовку, и как будто у вас появляется новая пара часов. По умолчанию здесь стоит оранжевая окантовка. И если вам она не нравится, берем отвертка, которая в комплекте, и откручиваем. Вот это вот оформление и вставляем другое. Этот материал у нас пластик. Ну что ж, друзья, первое впечатление довольно-таки положительное. Но если вам интересно будет посмотреть подробный, детальный обзор на данные часики, тогда готовим чего-нибудь поесть, попить и продолжаем смотреть дальше. Первое, что бросается в глаза, когда берешь в руки часики, это просто наишикарнейший, овер качественный амалет дисплей. Диагональ у него 1,43 дюйма, разрешение 466 на 466 пикселей, плотность 391 ppi, яркость до 1000 нит. Экран очень сочный, яркий, цветастый, в общем все качества и преимущества дисплея самолет технологий. Яркости хватает даже на открытом солнце. Особенно нравится как выглядит AMOLED дисплей ночью. Черный цвет это глубокий черный без серого оттенка как в IPS матрицах. Смотрится это дорого и богато. Раньше такие экраны можно было встретить только в дорогих версиях смарт-часов, но здесь же он установлен в бюджетной категории, что добавляет плюсик в копилку этих часиков. Прикрыт дисплей закаленным защитным стеклом с очень хорошим олеофобным покрытием. Палец по такому стеклу легко скользит и не оставляет отпечатков. Стекло немножко утоплено по отношению к безелю и сделано это для его защиты. Корпус сделан из металла, кроме цветной вставки вокруг без и нижней части часов, которые сделаны из пластика. Понравилось, что тыльная сторона имеет матовую поверхность, в отличие от некоторых моделей часов, у которых здесь глянец. Это более практичное решение, так как эта часть всегда подвержена царапинам и загрязнению. Здесь находятся датчики для измерений и контактные площадки для зарядки. Судя по тому, что в этой крышке присутствуют винты, часы эти не одноразовые. Сделаны они неплохо и имеют приятный внешний вид, но если присмотреться поближе, то замечаешь кое-где неравномерные зазоры в том месте, где цветная вставка прилегает к металлическому корпусу. С одной стороны это минус, а с другой стороны это и есть основная фишка этих часов, так как эти кольца съемные и можно заменить их на другой цвет. В комплекте их три штуки оранжевый, зеленый и серый. Задумка очень неплохая, но реализация чуть подкачала. Было бы круче, если бы эти накладки были бы сделаны из металла, так как не Вооруженным глазом видно, что это пластик и кое-где присутствуют дефекты литья и зазоры. Но это если смотреть очень близко. Вот так мрачно часы выглядят вообще без этих вставок. Я заметил, что они очень туго входят и отлично там держатся, даже без винтов. Ну а в остальном мне очень нравится эта идея апгрейда цветов. Приелся оранжевый цвет, меняем на зеленый. Приелся зеленый меняем на серый. Красота. На правой грани присутствуют две физические кнопки и отверстие микрофона, ну а на левой грани щель разговорного динамика. Что касается размеров корпуса, длины ремешка и точный вес, вы сейчас все это можете увидеть на своих экранах. Вот так часики смотрятся на руке с тонким запястьем. Выглядит вроде бы неплохо, несмотря на то, что часы не миниатюрные. Ремешок. Он имеет среднюю жесткость и вначале немножко вонял, но сейчас выветрился. Он съемный. Ширина вместе крепления составила 22 мм, и у него хороший запас по регулировке. Пряжка пластиковая, и понравилось, что один из тренчиков фиксируется в пазах ремешка. Часы позиционируются как защищенные от воздействия внешней среды. Присутствует сертификация по военному стандарту MIL STD. Также есть уровень защиты от воды IP69K или 5 атмосфер. Я провел пару водных тестов, и они их с легкостью выдержали. Итак, братва, три дня я юзаю эти часики, и у меня есть что вам сказать. Ничего такого криминального, там что-нибудь, каких-то глюков, отвалов, связи, аномальных явлений я здесь не заметил. Часы работают стабильно, дисплейчик радует своим качеством, очень крутой, как для бюджетной серии часов. Я не знаю, разрешение отличное, цвета сочные, AMOLED, что еще нужно? На мой взгляд, в часах главное это дисплей. Каждый раз, когда активируешь экран, смотришь в него и радуешься, потому что он здесь сочный, яркий, очень качественный, и у тебя создается впечатление какой-то дорогой вещи. Теперь я быстренько пробегусь по функционалу этих часов, параллельно буду рассказывать вам о плюсах и минусах. Советую вам не перематывать, ну а для особо нетерпеливых внизу будут тайм-коды, находите нужный раздел и смотрите. Управляются часы с помощью двух физических кнопок, а также с помощью сенсора. Сенсор здесь очень отзывчивый, стекло покрыто олеофобным покрытием и Поэтому очень удобно пользоваться как и стилусом, так и пальцем. И отпечатки он не собирает, так как калифобное покрытие специально для этого и сделано. В принципе, чтобы палец легко скользил и отпечатки не собирались. Не знаю, какого типа стекло, но на ощупь оно очень приятное. Верхняя кнопка отвечает за вход в основное меню, а также возврат на основной экран. Нижняя кнопка, мы можем погасить дисплей также его активировать и с помощью этой же нижней кнопки часики можно будет выключить, перезагрузить и прекратить. Что такое прекратить? <с> да, друзья, перевод, конечно же, здесь хромает. Это болезнь всех китайских часов. Активировать дисплей также можно еще с помощью взмаха руки. Здесь эта функция работает идеально. Сколько раз бы я не поднимал руку, часы постоянно активируют дисплей. И еще понравилось мне то, что если ты посмотрел время и отводишь руку от себя, то также также часики погасят этот э, дисплей. Не во всех часах эта функция работает. Здесь она работает очень хорошо. Ну и э, маленький минус: в принципе, эти кнопки удобные, ход у них приятный. Но вот, например, если мы вошли в основное меню, то здесь мне не хватает крутилки. То есть нужно вот так вот листать э, с помощью сенсора дисплея. Но на мой взгляд, это было удобнее сделать с помощью крутилки. Свайп сверху вниз, мы входим в меню быстрого доступа. Здесь мы можем увеличить, либо уменьшить яркость. Да, кстати, свайп слева направо, мы делаем шаг назад. Насчет яркости я вам уже говорил, она здесь просто шикарная. Дальше здесь мы можем активировать режим энергосбережения, режим не беспокоить. Э, вот эта вот вкладка на ней остановлюсь чуть попозже, когда буду рассматривать функцию звонилки. Здесь мы можем отключить один из Bluetooth модулей. Функция фонарика, кстати, друзья, очень полезная. Я пробовал ночью где-то подсветить и действительно это работает. Информация о устройстве. Тут мы можем найти телефон. Все, нашли. И настройки, друзья. В настройках мы... Можем сменить стиль меню. Здесь 4 стиля, но мне удобно сделать это следующим способом. Заходим в меню, нажимаем быстро два раза и стиль меню изменяется. Можно, например, вот такой вот стиль выбрать. Либо вернуться к предыдущему. В настройках экрана мы можем задать время активного дисплея от 5 до 30 секунд. Это при том, если мы будем разблокировать с помощью кнопки. Ну а если с помощью взмаха руки, то здесь также отдельная есть настройка от 2 до 6 секунд. И это мне очень нравится, когда есть две разные настройки. Экраны часы это есть у нас функция Always On Display. Сейчас у меня активированы цифровые часы, также есть аналоговые или полностью выключить. Давайте посмотрим, как это выглядит. Вот так выглядит функция Always on Display. Но единственный минус, не знаю, если это минус, постоянно он активный. То есть, вот это вот время будет постоянно светиться и не гаснуть. Батарея, это у нас включение функции экономии батареи. Интенсивность вибрации можно задать мягкий, сильный, либо отключить полностью вибрацию. Здесь можно настроить язык. QR-код для того, чтобы скачать приложение. Установка времени вручную. Но, как правило, система сама это все время устанавливает. Ну и система, информация системы, выключение перезагрузка и сброс свайп снизу вверх мы входим в стандартное меню сообщений и уведомлений здесь будет вся движуха отображаться которая у вас происходит на телефоне то есть если вам на телефон придет какое-то сообщение либо уведомление то же оно продублируется и на часах чтобы настроить, от каких сервисов вы хотели бы, чтобы к вам приходило уведомление и сообщение, а от которых нет, все это можно будет сделать в самом приложении. Позже я вам покажу. Понравилось, что здесь отображаются значки. То есть по этим значкам мы понимаем, что к нам пришло вот сейчас вот уведомление от Facebook, от Instagram, от Viber, от WhatsApp. И тут где-то был мессенджер. Это очень удобно. Также понравилось, что если приходит сообщение, то часы пробуждает дисплей. Многие мне об этом спрашивали. Также мне многие спрашивали, приходит ли уведомление сообщения от Viber. Все работает, друзья. С этим все отлично, за исключением одного момента. Вот смотрите, заходим э, прочитать в сообщение от Viber и видим, что обрывается слово на быстро. То есть вот столько символов сюда заходит. И это основная проблема. И если посмотреть, как текст выглядел э, полностью, то примерно вот здесь он оборвался, и это половина текста. А дальше вы прочитать на часах не сможете. Вот это я считаю основной минус. Неужели так трудно сделать, чтобы можно было хотя бы прочитать э, текст целиком. Ну и еще один есть минус. Ответить также с помощью часов у вас не получится. Можно было бы сделать какие-то заготовки. Тем самым быстро ответить кому-либо. Свайп справа налево. Здесь у нас находятся, друзья, виджеты. И эти виджеты можно добавлять, либо убирать. Вот здесь, например, у меня есть плюсик и есть такой вот кирпичик. Кирпичик мы этот виджет убираем. Плюсик добавляем. Например, хотим добавить мультиспорт. И смотрим, что у нас тут есть. Шагомер. 619 шагов, 54 4 калории, 490 метров. Вот тут вся подробная информация и статистика. Что касается, как часики правильно э, замеряют шаги, я специально одел на одну руку эти часики и фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 7. И разница, в принципе, была очень минимальная, на 1000 с чем-то шагов. Там где-то была разница в 50 шагов. Э, не знаю, кто врет, но я считаю, на такое расстояние результаты довольно-таки схожие. Дальше здесь у нас есть замер пульса. Фаз сна, погода управление плеером на смартфоне. Ну и, собственно, вот он, мультиспорт. Что касается этого мультиспорта, здесь их очень много, велоспорт не буду перечислять, все здесь есть. Если вам что-то не хватает, заходим в приложение. Я позже вам покажу. Сюда его можно вручную добавить. Всего где-то около 120 спортивных режимов. Запустить можно с этого меню, либо с помощью кнопки. Нажимаем и все, друзья, спортивный режим запустился. Ну и свайп слева направо. Мы входим в в основное меню. Также в основное меню можно зайти с помощью этой кнопки. Кстати, насчет этих кнопок, друзья, они у нас не программируемые. То есть э, здесь нельзя задать какие-то другие функции. В этом пункте меню первое, что мы видим, это набор, контакты и запись разговоров. То есть эти три пункта отвечают именно за звонилку. Давайте подробнее на этом остановимся. Э, первое ⁇ это у нас набор, то есть мы можем э, вручную кому-нибудь позвонить, если помните номер. Дальше, второе у нас контакты. Контакты сюда нужно добавлять вручную из приложения, позже покажу. Ну и третий вариант, это у нас список вызовов. То есть все, кто к вам звонил, либо все те, кому вы звонили. Как я говорил ранее, у часов есть два Bluetooth модуля. Управляются они в этом меню. Заходим сюда и если мы уберем галочку, то здесь тоже исчезает они в меню Bluetooth ставим галочку обратно и они появляются обратно в меню Bluetooth. Для чего это нужно? Во-первых, эта функция очень существенно сажает аккумулятор самих смарт-часов, поэтому если вы не пользуетесь звонками, вам не нужна эта функция, отключаете ее и наслаждаетесь долгой работой аккумулятора. Но если вам нужно позвонить, то соответственно эту функцию нужно активировать. Например, я сейчас ее дезактивировал, заходим в наборы, пробуем кому-нибудь позвонить и видим, что связь прервана, то есть Bluetooth модуль отключен. Вот так это все, друзья, работает. То есть здесь два Bluetooth модуля. Один отключается для переговоров, а другой нужен для синхронизации. То есть все равно часы не отвяжутся от приложения. Все сообщения и уведомления вы не пропустите. При выключенном Bluetooth модуле, когда к вам поступит входящий вызов, вы сможете его только отклонить. Ну а при включенном модуле для разговоров... У вас появляется уже больше опций. Также вы можете его отклонить. Есть красная трубка, но еще и можно его принять. И во время разговора мы можем отключить микрофон, либо увеличить громкость, динамика вот этого. Что касается качества самих звонков, то есть качества микрофона. Я совершил пару звонков своим друзьям, и они даже сначала и не поняли, что я совершаю звонок самих часов. Потом, когда я уже сказал, что это часы, были... Приятно удивлены. Ну и чтобы не быть голословным, давайте совершим э, звонок. И позвоним кому-нибудь, и поговорим с ним. Да? Привет. Привет. Я Привет. хочу своровать немножко твоего времени. Да, тебя, Слушай, короче, сижу тут в этой температуре ненормальной, в 39, записываю видосик. И разговариваю сейчас через смарт-часы. Хотел бы знать, как ты меня слышишь вообще? вообще на все 10 по 10 системе. Слегка, слегка есть эффект аудитории, как бы, ну, очень навязчиво сходу, правда, можно и не понять. Но... Ну, аудитория, аудитория, потому что нахожусь в комнате, и тут стены, и все такое. Но если бы я разговаривал на улице, то наверняка этого не было. Ну, очень четко все без перерывов, громкость, э, От, Отвалов не, нету связи, да? Все четко? 50, так, 50. хорошо, я тебя понял. 100%. А теперь я вот буду говорить на вытянутой руке, вот где-то сантиметров 50. Что-то поменялось? Нет, вообще не ощутимо. А ну, если когда вот слишком так. близко, то перегруз, да? Э, вот немножко сейчас. Немножко навязчиво, да, давит, давит Тут... на уши. Ага, Нет, значит идеально, идеально будет где-то сантиметров 20-30. Я так понял из разговора других, ну с другими разговаривал, что блин из всех смарт часов что были это наиболее хорошее качество записи. Я Тоже могу с тобой да, подтвердить эту версию, потому что я тоже слышала частенько, когда ты мне звонил, тестировал, вот эти самые-самые громкие. Самые. Ага. Хорошо, Телевые все. громкие, четкие и угу. приближены к реальному, ну как, в смысле к оригиналу, допустим, телефона. Короче, можно юзать, юзать, пользоваться можно. Ну ладно. Короче, все. Ладно, спасибо за отзыв. И давай, удачи. Созвонимся. Давай, пока. Пока. Но есть такая братва, которая всегда что-то там ковыряет, ищет э, приключения на свою пятую точку и не ценит наш нелегкий труд. И они сейчас могут написать комментарий. Да, мы слышали голос, который исходит из динамика, то есть сейчас тестировался микрофон того смартфона, который был на том конце провода. А как же этот, этот, как, скажут они, как же вот этот микрофончик, который находится вот здесь? Его качество, как ты нам покажешь? Да запросто. Передо мной сейчас вот смарт-рекордер, и я сейчас будут сюда в этот микрофон записывать свой голос а потом вставлю этот отрезок специально в это видео и тогда вы сможете оценить реальное качество этого микрофона поехали 1 2 3 4 5 это тест микрофона smart часов aurora one и примерно вот так будет слышать ваш голос собеседник на том конце провода 1 2 3 4 5 это тест микрофона 1, 2, 3, 4, 5. Это тест микрофона. И примерно вот так будут слышать ваш голос собеседник на том конце провода. Голосовой помощник. Погода в Молдове. Сейчас в Кишиневе 38 градусов. Ясно. Данные это опять же у нас шагомер. Мультиспорт я вам уже показывал. Запись тренировки. Это здесь будет храниться запись тренировки. Здесь у меня был пеший ход, то есть прогулка. И также есть тут э, информация о пульсе, о калориях, о шагах и пройденное расстояние. Пульс. Это у нас, естественно, замер частотных сокращений. Что касается точности замера пульса, обязательно посмотрите этот видос до конца. Там будут сравнения с тонометром Amron. А также будем замерять пульс с неодушевленным предметом, типа как туалетная бумага и колбаса. Смотрим без перемоток. Будет интересно. Сон. Фазы сна. Сообщение. Это то же самое меню, что вызывается свайпом с низу вверх. Также тут есть отображение погоды. Вкладка ЖП это у нас для женщин чтобы ее активировать нужно зайти в приложение музыка это дистанционное управление плеером на вашем смартфоне как это работает нажимаем на play запустился трек можно кстати еще и уменьшать громкость также перекидывать треки вперед либо перекидывать треки назад и еще можно остановить кстати и запустить с помощью кнопки нажимаем трек остановился запускаем Воспроизведение пошло. Все очень круто, все мне нравится. И я чаще использую этот плеер, чем, например, если бы я пользовался наушниками. То есть еще одно преимущество, когда я использую наушники, я управляю не с помощью них, а с помощью плеера. Почему? Потому что в наушниках нету регулировки громкости. А здесь она есть, друзья, смотрите. Еще есть такая одна фича интересная. Сейчас звук исходит из смартфона. Если вы хотите, чтобы звук исходил из спикера самих часов, заходим в этот пункт меню и передвигаем вот этот движок. Так. Все, друзья. Сейчас звук исходит из этого спикера но чтобы одновременно можно было пользоваться еще и наушниками, для этого нужно отрубить смарт-часы, то есть отрубить один Bluetooth модуль от смартфона. Для этого передвигаем вот этот вот переключатель, смотрим, все, друзья, он отрубился. Достаем наушники из кейса. Сейчас они подрубятся к нашему смартфончику. Да, все, подключились. Запускаем трек. И воспроизведение сейчас идет из наушников. Также можем регулировать громкость и перекидывать треки. Вот мне намного больше нравится пользоваться управлениями с помощью часов, чем э, наушниками. Потому что здесь сенсорное управление, иногда оно срабатывает корректно, иногда нет. Здесь же все очень просто. Э, так, стилуса у нас нет. Уберем, э, перекинули трек вперед. Не понравилось э, еще раз вперед. Взяли, добавили звук. Взяли, убавили звук. Тем более у наушников такой функции нет. Поэтому я считаю, что вот это вот э, управление плеером это must have в данных смарт-часах. Тренировки дыхания, если вы стрессанули, то можно здесь вместе с часами помедитировать и успокоиться. Тут же есть секундомер и сразу по минусам, если вы его запустите, то выйти отсюда невозможно. То есть у этих часов нет режима мультизадачности. Та же история и с таймером. Тут же есть у нас будильник, установка времени вручную, найти телефон. Ну и настройки. Настройки, друзья, я вам уже показывал. Вот, в принципе, весь функционал этих смарт-часов. Как видим, ничего здесь сложного нет, все интуитивно, просто. Понравилось, что они шустрые, все летает. Никаких лагов. Кстати, здесь частота обновления дисплея 60 FPS. И еще раз повторюсь, друзья, здесь просто бомбовый лухари дисплей. Ну а чтобы расширить функционал этих смарт-часов, существует специальное приложение, которое называется Fit Cloud Pro. Можно скачать сразу с Play Market, либо через QR-код, который есть в самих часах. Я уже не раз показывал функционал этого приложения в других смарт-часах ранее. Поэтому сегодня максимально быстро пробегусь по нему. Три раздела, друзья. Как во всех других приложениях, тут есть у нас шагомер. Сегодня неделя и месяц подробная статистика, тут сколько шагов, километров, калорий и так далее. Что насчет точности измерения самих шагов, я нацепил еще браслет Mi Band, 7 от Xiaomi. И как видим, практически показания идентичны. Разница там каких-то 40-50 шагов. В этом же разделе можно посмотреть данные о фазе сна, пульс и уровень кислорода в крови. А также запустить комплексный мониторинг здоровья. То есть активируются все эти измерения. Второй раздел поинтереснее. Тут мы можем посмотреть, что привязано устройство Aura One. А также здесь можно его отвязать. уведомление друзья. Вот эта вкладка очень крутая. Здесь можно активировать, чтобы сообщение приходило когда выключен дисплей телефона, также можно включить все уведомления, и либо активировать их по отдельности. И вот это вот считаю большой плюс. Я тут поактивировал себе все приложения, которые мне нравятся. Если вам этого не хватает, заходим в вкладку Больше. И тут есть все друзья, все приложения, которые у вас есть на смартфоне. Вот я активировал здесь у меня YouTube, Viber. Кстати, часто в комментариях меня спрашивают: а сообщение от Viber работает? Работают, друзья. TikTok, Telegram и так далее. В общем, все, что у вас есть на смартфоне, здесь можно активировать, а что вы не хотите, можно дезактивировать. То есть настройки здесь очень даже гибкие по уведомлениям. Будильник это понятно. Напоминание о бездействии, тоже самая история, везде она есть. Напоминание о том, что нужно выпить воды, библиотека циферблатов. Что хочу сказать, друзья, выбор здесь хороший, что-то около 270 всевозможных циферблатов, сочные, яркие. Такое ощущение, как будто их специально разрабатывали для AMOLED дисплеев. И минус, какой минус? Здесь циферблатов много, ну а вот э, в самих часах можно установить только, смотрите, раз, два, три, четыре. И вот он еще раз первый. То есть здесь всего помещается 4 циферблата. Если вы хотите добавить какой-то отсюда, да, то он заменит вот этот, который установлен у вас на данный момент. То есть больше четырех одновременно сюда установить нельзя. Я считаю это большим минусом. Хотелось бы, чтобы можно было накидать хотя бы ну, 10 или 15 штук. Не могу понять, почему так происходит, тем более память здесь 128 мегабайт. И смотрите, один циферблат весит всего лишь 1 мегабайт. В чем проблема? Не могу понять. Здесь мы можем посмотреть те циферблаты, которые установлены у нас из библиотеки. А также можно сделать какой-нибудь свой кастомный циферблат из галереи. Спортивный толчок. Ну что это за толчок? Сколько можно толкать? <laughs> что за перевод, блин, толчок? Это спортивные режимы, друзья. И если вам мало тех, которые установлены на часах, то заходим сюда, выбираем категорию, например, мячи. То есть здесь будет все, что связано с мячом: регби, баскетбол, бадминтон, футбол, бадминтон. <laughs> Это тоже мяч. Хоккей. В общем, из этих всех категорий берем, например, регби. Нажимаем сюда и он скачивается на часики. То есть в этом плане, друзья, здесь очень много спортивных эм, всевозможных э, режимов. Отчеты о погоде. Здесь есть такой вот пункт. Если у вас эм, погода на часах не обновляется, также часто меня спрашивали. Кстати, блин, 35 градусов сейчас с утра целый день жарит под 38-39 градусов. Живу я в Молдове, и я не знаю, что творится в последнее время прямо какая-то засуха. Так вот, если у вас не обновляется погода, то вы должны активировать этот пункт, и он по данным GPS определит, где вы находитесь, и будет подгружать вам актуальную погоду для вашего региона. Поворот запястья. Это функция гироскопа. Здесь можно ее активировать, либо дезактивировать, а также назначить интервал времени. Например, вы можете ночью отключить эту функцию, чтобы когда вы ворочаетесь, экран вас не будил. Улучшить измерение, типа что-то здесь он улучшает, но я не знаю что. Постоянный мониторинг, та же история, можно включить его и часы будут периодически вам замерять пульс. А также здесь можно задать интервалы. Найти устройство. Вот часики сейчас вибрируют, например, вы где-то их потеряли в пределах видимости Bluetooth, поэтому вы с помощью этой функции можете их найти. Способ ношения. Здесь можно выбрать левую либо правую руку. А, часовой формат это понятно, можно выбрать часовой формат, частые контакты. С помощью этой вкладки мы можем накидать контакты вот сюда. Как видим, здесь ничего нет. Нажимаем на плюсик, находим нужный нам контакт. И он, как видим, здесь появляется. Снять фото, встряхнуть устройство. Это дистанционное управление камерой смартфона. Берем, наводим на нужный нам объект. И встряхиваем, <с> и у нас происходит э, оба снимок, то есть часы выступают в роли дистанционной кнопки. Сброс настроек это понятно, этим действием вы удалите браслет из приложения, то есть отвяжем его, а также данные все будут удалены. Ну и версия устройства. Здесь мы можем, кстати, наверняка проверить актуальное обновление. Ну и последняя вкладка «Профиль». Здесь мы можем войти в аккаунт «Здоровье с женщин». Здесь активируем тот неактивный пункт, который я показывал вам ранее. Тут можем задать цель, единицы из измерения, Google Fit привязать Google Fit, тут какое-то приложение еще одно скачать для спорта, факт, если что непонятно, обратная связь и настройки. Настройка управления учетной записи, работа в фоновом режиме, помощь, справка по напоминаниям об уведомлениях, выбрать тему, в данный момент у меня темная тема, можно выбрать светлую, либо темную, либо как у системы, то есть как у телефона, обновление версии, Смотрим актуальная версия и информация о версии. Вот, друзья, весь функционал, как видим, ничего сложного нету, все просто и интуитивно. Ну а теперь мы подошли к одному из самых важных параметров всех смарт-часов. А это автономность, и спешу вас обрадовать, друзья. С этими часами вы не будете жить возле розетки, у них просто очень крутая автономность. В этом заслуга трех факторов. Первый фактор: здесь установлен огромный аккумулятор на 400 миллиампер часов для смарт-часов для миниатюрного гаджета. Это таки довольно мощный огромный аккумулятор. Второй фактор современный Bluetooth модуль. ,3. Ну и третий фактор, друзья, это дисплей, который имеет технологию AMOLED. А как известно, AMOLED это очень экономичные дисплеи. Почему? Да потому что если вы установите, например, циферблат с преобладанием черного фона, то вот этот черный фон достигается путем отключения кристаллов, не как в IPS матрица, где есть общая подсветка и есть черные кристаллы, которые ее перекрывают. Здесь работает это все иначе. Просто так. Тупо отключаются эти пиксели черные, и в данный момент активны только другие белые и красные, поэтому эти дисплеи считаются очень энергоэффективными и экономичными. Производители нас заверяют, что в режиме интенсивного использования часики проживут 7 дней, при среднем нормальном использовании 15 дней, и в режиме ожидания 30 дней. И вы знаете, это похоже на правду. Я вчера засекал, у меня было 50 процентов, я полдня их вчера мучил, и сегодня целый день, так как записываю. Видео и у меня ушло всего лишь 10 процентов, то есть за полтора дня интенсивного использования всего лишь 10 процентов, друзья. Я считаю, это очень крутой показатель. Но даже если у вас часики разрядятся, то подзарядить всегда можно будет комплектным зарядным кабелем. Он у нас магнитный, тут есть контакты, примагничиваем и все, друзья, зарядка у нас запустилась. Для того, чтобы пополнить баки этих смарт-часов, понадобится всего лишь полтора часа. Ну и для того, чтобы не все тут радужно так выглядело. Я немножко буду придираться Магниты, друзья, очень слабые Смотрите, я даже не могу оторвать часы от э, <с <с поверхности Как бы это не сильно существенный минус Смотрите, вот я поставил на зарядку Положил часы и все, друзья, они заряжаются Просто если вы возьмете часы И начнете именно так вот манипулировать Тут раз и все, друзья, оторвался И также здесь есть защита от переполисовки То есть обратной стороной вы их не намагнитите Вот смотрите а, а, Не надо! Ты неправильно, чувак! Ты неправильно это делаешь! делаешь, не надо. Надо, Вася сказал я, поставил магнитную зарядку и все, друзья, часы у нас заряжаются. Ну а теперь мы подошли к самому интересному моменту этого обзора. Вот передо мной точный прибор, который измеряет пульс и давление, а это часики, с которым мы будем сравнивать измерение пульса с точным прибором. Ну что, поехали. 95 ударов в минуту показали часики. 93, друзья, 93. Вы такое видели? Я и не сомневался, потому что в последнее время часы очень подтянули качество измерения пульса. В этих часах используются какие-то там новейшие супер-пупер сенсоры, которые способствуют правильному измерению. Что касается давления, проверить его не представляет возможным, потому что такого пункта нету в меню. Есть только кислород в крови. Я считаю это правильным решением, потому что часики научились измерять пульс корректно, а вот насчет давления пока еще нет. Ну давайте для интерес еще замерим уровень кислорода в крови, то есть СПО2. Кстати, здесь на пульс стоят зеленые датчики, а на СПО2 красные, то есть они раздельные. И spo 2 составил 99%. Погнали дальше. Следующий тест называется тест на неодушевленных предметах. Первый неодушевленный предмет у нас будет воздух. Давайте замерим пульс воздуху и посмотрим на эти результаты. Так, тест запустился. Пожалуйста, носите его правильно, то есть часики не глупые, они поняли, что воздух это неодушевленный предмет, и не стали замерять ему пульс. Та же история только с SPO2. Посмотрим, есть ли у воздуха кислород в крови. Пожалуйста, носите его правильно. Ага. В общем, часики не подаются провокации, и они не видят поверхность, поэтому не замеряют ей пульс. А что если обмануть их, взять в качестве поверхности, например, туалетную бумагу и провести те же измерения? Запускаем замер пульса. Пожалуйста, носите его правильно. То есть, друзья, часы у нас попались хитрые, они не замеряют пульс туалетной бумаги. Давайте попробуем еще уровень кислорода в крови. Плюсик, друзья, плюсик в копилку этих часов. Пожалуйста, носите его правильно. Чувствуйте аромат. Вот он, друзья, вот он козырь в рукаве против колбасы, против мясных изделий. Еще ни одни часы не устояли и сдулись, то есть замерили пульс и давление. На этот раз у меня вот такой вот ароматный кусочек колбаски. Я здесь прорезал окно, чтобы датчики, сенсоры прямо вот ложились сюда, на эту поверхность. Ух, какой аромат у этой колбаски. И теперь попробуем сделать те же измерения на этой замечательной ароматной колбасе. Давайте измерим пульс. 90 ударов в минуту. Ага. <с> Все-таки мне удалось, друзья, удалось обмануть эти часики. И я не могу понять, друзья, что они кладут в эту колбасу. Почему она у меня живая? Ведь я ее должен кушать, а я не кушаю живые продукты. Китайцы, пора уже что-то с этим делать, а то, если честно, меня уже мучает угрызение совести. Часики продолжают, тем не менее, замерять пульс. 98 ударов в минуту показали они на колбасе. Ну, теперь попробуем уровень кислорода в крови. Раз, измерение запустилось. А вот насчет уровня кислорода в крови, друзья, полный облом. То есть что-то до да, часики и умеют замерять правильно. Они отказались это делать, прозвучала вибрация. Все-таки они поняли, что это какой-то подвох и, блин, что здесь замерять? Какой тут уровень кислорода в крови? И я считаю, что это хоть маленькая, но все-таки победа. Ну что ж, друзья, это были тесты, не воспринимайте их всерьез. Мой совет вам, не доверяйте на 100% вот таким вот гаджетам. Для измерения пульса, давления и СПО2 существуют специальные медицинские точные приборы. Накидайте, друзья, там лайков, а также напишите коммент, что вы думаете по этому поводу всем спасибо за просмотр напишите в комментариях какие гаджеты вас интересуют для обзора а также не забудьте подписаться поставить лайк и обязательно активировать колокольчик чтобы не пропустить выход новых видосов всем удачи пока пока